Предыдущую программу дало признано аварийным до 2017 года, до января. Вот, поэтому нам выделили денежные средства, выделили на два этапа. Первый этап со сроком реализации до конца текущего года, второй этап до конца реализации до конца 2024 года. Вот. Губернаторам задача поставлена, условия программы выполнить первый этап до конца текущего года, мы к ней стремимся. То, что риски есть, это как бы очевидно, но они всегда присутствуют в той или иной степени. В настоящее время работы ведутся на всех объектах. Вот. Поэтому мы стремимся к задаче, к решению задачи, первый этап программы закрыть в этом году. То есть, как таковых, в Саратове проблем с переселением из аварийного жилья нет? Скажем так, нет. Хорошо, спасибо.